Влад ругается на всех сегодня. Кому ругается? Не знаю, раздает всем. Да. Никогда не ругаюсь. Я самый позитивный ведущий на этом телепроекте. И самый добрый, понял? Да. Молчу. Все. Пошумим, блядь. Давай. А это девушка твоя? Наверное. А? Наверное. Очень хороший ответ. Очень правильный. Я уже заебался. Кристин, а ты заебалась? Нет. Нет? Но немного, да? Нет. Не сильно? Нет, совсем. Ну, подустала немножко, согласись. Я, блядь, так устал от этих отношений, что я хочу только жрать и спать. Ты перепрыгнул примерно 3 месяца отношений, да, и секс. Вот, блядь. Жена включена, надо хочу жрать и спать. Это была первая серия откровений участников телепроекта «Дом-2». Увидимся с вами завтра. Завтра будет еще интереснее. Правда? Да.